С добрым утром, малыши! Всем-всем огромный привет! В эфире наш «Покажи класс!» Знаешь, Филя, с чего лучше всего начинать утро? Ну, конечно, знаю. С просмотра нашей программы. О, это правда. Ну, а еще с чего? Еще с чего? Даже не догадываюсь. Расскажи. Я считаю, что утро надо начинать с хорошего стихотворения. Поэтому предлагаю послушать Тимофея. Я не против. Слушаем, ребята. Мы целое утро возили сосками. Мы их посадили своими руками. С бабушкой вместе создали рассаду. А Катя ходила с подругой по саду. Потом нам пришлось воевать с саниками. Мы их вырывали своими руками. Таскали мы с бабушкой полные лейки, а Катя сидела в саду на скамейке. Ты что на скамейке сидишь, как чужая? А Катя сказала: я жду урожая. Ух ты! Вот это я понимаю, талант! С каким выражением прочел? Настроение теперь целый день будет отличным. А я что говорил? Подожди, это еще не все. У Тимофея старший брат есть. Он тоже прекрасный чтец. Ну-ка, ну-ка. Вот, смотри. Из толщи скал на свет проник поток живой воды родни, пробивший путь из сердца гор под небо синего простор. Прозрачный, чистый, как хрусталь, поток бежит по склону вдаль. И прежде мертвая земля ожила в брызгах хрусталя. От смеха звонкого воды проснулись травы и цветы, и серость хмурых голых скал заполнил ярких красок вал. Родник мещем бежал вперед и встретил гор таких же вод. И вдаль струится речки нить, чтоб жажду мира утолить. Родник меж город ищет путь, и мы с тобой когда-нибудь, свершив геракловы труды, глотнем живительной воды. О, молодец! Так держать! Кто же продолжит наш выпуск? Продолжит Ксения. Она сыграет на флейте. Как же я горжусь всеми нашими участниками! Согласен! Все большие молодцы! Друзья, присылайте вы свои видео. Лучшие мы покажем в эфире, а победители получат призы! Смотрите самый семейный канал «Карусель»!